Приветствую вас, я Алякина Елена. И я хочу сказать, что вот опять заканчивается очередной год. И совсем недалеко то время, когда начнется Новый год. И как обычно, в конце года мы подводим свои итоги, итоги года. И планируем новые дела на следующий год. И, к сожалению, не всегда все выполняется. А так хочется, чтобы все планы выполнились. Так хочется, чтобы все наши мечты реализовались, и чтобы они были именно такими, какими нам хочется. Как же это сделать? И вот я хочу сделать такой подарок в конце года всем, кто хочет решить вопрос своими мечтами, желаниями, целями, и правильно поставить свои цели так, чтобы они реализовались. Поэтому я решила провести небольшой интенсив. Интенсив, на котором я расскажу о том, что такое цели, что такое мечты, что такое желания, как они сами с собой и между собой соотносятся, что такое истинные цели, что такое ложные цели, откуда берутся эти ложные цели. И помогу вам разобраться в таком непростом вопросе, почему цели не реализуются. На этом интенсиве мы разберемся, что делать с целями, чтобы они реализовывались. И информация о этом интенсиве находится под этим видео. Я буду рада быть вам полезной. Я буду рада, если все ваши цели будут реализовываться. Если вы сможете быть успешным, счастливым человеком. И следующий год будет для вас действительно достигаторским.